вернитесь. За ограждение вернитесь. Запорожские и донские казаки. Ну а после присоединения Крыма к России в 1783 году, во время своего путешествия по новоприобретенным губерниям и в том волшебном мире, где сражаются доблестные рыцари, где честь и жизнь – это одно и то же. Тёма, иди сюда. Работу с столяром, рамы, двери делаем. Как попали в клуб? Ну вот, друг, мы вместе с ним работаем, он меня привел в этот самый, ну, в клуб сюда. Ну, попробовал, понравилось, стал ходить. Историей увлекаетесь? Какие-то книги читаете, литературу? Ну так, когда как. В клубе какую роль исполняете? Ну, это, как бы сказать, ну, воинствующий монах. Воинствующий монах? Да. Воюющий монах, да? Ну да, воюющий монах. Хорошо, в миру как имя? Сергей. Сергей. Или наговорил, ё-моё. Не пойдёт. То телевидение, разворачивайся сюда, вот лицом сюда. Так. В миру чем занимаетесь? Я художник-оформитель музея греческой обороны и освобождения Севастополя. Вот. А здесь в клубе? В смысле? В клубе какую роль исполняете? Артиллерист, стрелок. Вот такая серьезная, суровая роль. Вот. Это профессиональное увлечение? Да, уже 9-й год я занимаюсь реконструкцией, то есть это уже переросло в профессиональное занятие, действительно. Из хобби в... Откуда черпаете информацию о минувших эпохах? Из источников литературных. В основном исследования интернет сейчас очень хорошо помогает. То есть выход, возможность посмотреть другие библиотеки, другие издания. Того, что здесь нет. Ну, люди ездят в командировки, общаются, то есть, с другими ребятами еще. То есть со своими коллегами вы общаетесь через интернет? Когда как? Когда через интернет, когда визуально, когда мы попадаем туда, к ним, в те места, где или у нас идут фестивали, или именно едут вот люди по пути исследования, заезжают, узнают, что-то берут. Так, имя в миру? Александр? Цимбал Александр. А в миру я студентка Российской академии театрального искусства ГИТИС. А здесь в клубе?
А здесь в клубе, нет, меня просто наняли как Герольда. Я рассказываю людям, куда они попали, зачем пришли, что происходит вообще на Ристалище. В будущем, вы считаете, будет развитие у этого жанра театрального? А вы знаете, уже развивается театральный жанр. Ведь в Судаке тоже есть генуэзские крепости, и они более сохранились, чем наша генуэзская крепость. И там, насколько я знаю, такой вид театрального искусства существует уже очень давно. Просто это у нас первые пробы, но я надеюсь, что в дальнейшем будет развиваться. Имя в миру? Мое? Светлана.